Всем привет, я в магазине Фикспрайс, город Торск, проспект Ленина, 84. Давайте смотреть новинки вместе. Итак, у нас были вот до этого вот такие подставки под ложку за 77. А теперь нам привезли, вот смотрите какие, за 99. Даже вот эту трогаешь и эту, есть большая разница. Это такая гладкая, блестящая, красивая. Смотрите, какие красивые ложки. Вернее, подставки под ложку за 99. И изготовлены они из керамики. Достойные, неплохие ложки. Вот эти мне не очень понравились. Не знаю почему, но не очень. А эти красивые. Сколько раз смотрю на эти тарелки, какие же они красивые. Вот такой край нежный. И есть большие и маленькие. Очень красивые тарелки. Ну и стоят они, конечно, 28 сантиметров. Это значит вот это 199, а вот эта большая 249. Красивые. Появились щетки. Смотрите, с какой цветной щетиной. На длинной ручке 1,2 метра ручка за 199. Такие прям яркие. И ручки сами, и сами щетки, все яркое. Ну, какой белоснежный нож. Керамический нож Сантоку 25,5 сантиметров и керамическое лезвие 12,5. Эргономичная ручка за 199 рублей. А также вот такой 21 сантиметр и керамическое лезвие 10 сантиметров. Также эргономичная ручка за 99. И есть здесь разные. Есть и черная ручка. И какая еще? Ну и больше никакой. Вот еще один керамический нож 23 сантиметра. Керамическое лезвие 12 сантиметров за 149. И смотрите, есть подобные как за 99, так и за 149. Видите? А вот еще какая расцветка. Ну и с черной ручкой. Ну и еще один. Тоже керамический нож 17,5 сантиметров, 8 сантиметров длина лезвия за 77. Тоже разные цветом ручки. Не знаю, я так и не приспособилась к керамическому ножу. Кому-то нравится, а я так и не приспособилась. Вот еще ножи, смотрите, какие огромные. Нож тоже Сантоку 25,5 сантиметров и длина лезвия 14 сантиметров за 199. Вот такой нож. 25 сантиметров и 12,7 сантиметров лезвие. Ручка деревянная, из дерева акации. Нож универсальный, 23,5 сантиметров и длина лезвия 13 сантиметров за 77. Еще есть подобие такого ножа, только меньше, 19 сантиметров для фруктов и длина лезвия 9 сантиметров за 55. И остался один, который я не показала, за 199. Вот такой кухонный универсальный, 28 сантиметров, 15 сантиметров длина лезвия. Так, цена неправильная. Здесь керамический нож написано. Это такой нож, я не знаю почем. Появились носочки детские, Зувей, за 99 рублей, две пары. Состав 67 хлопок, 33 полиамид, разные расцветки с сердечками. Вот такие. Вот такие. Хорошенькие. И недорого получается. И вот такие для мальчиков. Тоже за 99, тоже две пары в упаковке. Опять появились у нас наборы для плавания новые.
До этого я показывала, были вот такие очки. А теперь появились наборы маска и трубка. Маска надежно фиксируется и обеспечивает хороший обзор. Трубка особой формы, препятствует попаданию лишних брызг во время плавания. Интересно. И вот такие еще зеленые есть. И красненькие есть. За 149 рублей. А до этого я как-то показывала рюкзаки. Вот они, кстати, вот такие рюкзаки. А это появились сумки. Тоже из плащевки. Довольно-таки хорошо сделаны. Они такие плотные. И стоимость 249 рублей. Но для сумки такой нормальная цена. Полиэстер, ПП, нейлон и сталь. Несколько расцветок. Смотрите. А есть синий. Имеется карман. Вот здесь, смотрите, карман. И что посмотрим там внутри. Здесь подкладка. И кармашков больше нет. Значит, просто отделение и большой, огромный карман на молнии. И сумка через плечо. Довольно-таки приличная, хорошая сумка. И кто не видел, вот эти вот рюкзачки тоже неплохие. Сделаны точно так же. Из такой же ткани. И цена, по-моему, такая же. 299. А здесь я забыла уже 249. Подешевле. Расчески для волос. Вот такие тоненькие зубчики. Если здесь, смотрите, вот они такие толстые, а здесь прям тоненькие-тоненькие. Разных расцветок. Без всякого рисунка. Ничего нет. За 149 рублей. Хорошая. На вид прям очень хорошая. И скелетная расческа за 55. Скелетная расческа. Такая. За 99. А вот сумочки. За 199 на длинном ремне. Но это прям для девочек-девочек. Если с той сумкой можно ходить и взрослому, а здесь прям вот для девочек молоденьких, маленьких даже можно сказать. Боже мой, это что такое? Это игрушка-каталка на палочке. Смотрите, сколько их здесь много. Это уточка. Есть еще рыбка. Вот только я не вижу палочки. А, палочки лежат внизу, вон они. Вот они, эти палочки. Динозавр. Улитка. Пчелка. За 199. Мячи футбольные и волейбольные за 249 рублей. Смотрите, какие яркие, красивые. И футбольные, и волейбольные, все 249 рублей. Ух ты, какой красный есть. Видите? Оранжевый, там зеленые есть. Изготовленные из резины и полиэстера. И очень много мялок антистрессов с ароматом, которые принимают форму. Если их мнешь, они потом принимают обратную форму. За 149 рублей. Разные. Вот и цыплята есть здесь. И мишки. И не поймешь кто. Снеговики. Котята. Вот кто-то, и вот. Как я уже сказала, за 149. Изготовлены из полиуретана. И вот еще какая-то новинка здесь. Универсальная подставка. Регулируемые боковые зажимы для больших и маленьких форматов. Регулируемый угол наклона подставки. И вот таким образом она выглядит. За 299 рублей. Вот так она выглядит.
Смотрите, здесь силиконовые колечки одеты, чтобы не скользило. Ну, так ничего, но мне кажется, выглядит очень громоздко. Можно подставки купить намного меньше, чтобы даже в ранец помещалось. Изготовлены из меди, силикона и пластика. Обеспечивает удобное чтение книг, подходит для телефонов и планшетов и удобные выдвигающиеся держатели с зажимом. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии, а я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.